MTV предупреждает. Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры, упоминаемые в программе, имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Виртуальный мир не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Каждую секунду в цифровой вселенной человеку кто-то или что-то угрожает. Зачастую это становится наваждением. Сознание балансирует на грани помешательства. Пульс зашкаливает за 150. Со всех сторон в виртуальной вселенной за нами наблюдают плотоядные глаза. Из каждого темного угла тянутся мерзкие щупальца. За каждым поворотом поджидают убийственные пули. Есть ли выход из этого кошмара? Да, нужно быть предельно осторожным. Мы представляем вам самые страшные стороны виртуального мира. Знаете, что адреналин – это верный предвестник гибели. Вы поймете, что видеоигры – это не игрушка. Это самое настоящее отражение темной стороны человека. В эфире страшно интересная десятка самых пугающих моментов виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. В этом выпуске мы покажем вам 10 самых пугающих моментов виртуального мира. Нападение чудовищ или встреча с привидениями. Шокирующие открытия или цепенящие галлюцинации. Всех их объединяет то, что от них волосы встают дыбом, а в жилах стынет кровь. Когда члены отряда Иерихон вошли в капеллу, то увидели призрак священника Мальтеуса, восседающий на своем троне. Старик, скрывая враждебность, даже поприветствовал пришедших и предложил им искупить грехи свои. Но уже через миг от гостеприимства не осталось и следа. Несметные полчища привидений наводнили храм, в одночасье превратив его из божественного в бесовский. Призраки детей с разрубленными напополам туловищами стали набрасываться на бойцов, вгрызаясь в плоть и вырывая куски мяса. Иерихоновцы, корчась от нечеловеческой боли, как могли отбивались от этой дикой стаи. Но духи, призываемые псалмами Мальтеуса, все пребывали и пребывали. Крики, стоны, вой толпы вгонял в ужас. И кошмару этому не видно было конца. Встреча спецотряда с армией Мальтеуса в игре Джерико открывает десятку самых пугающих моментов виртуального мира. Серьезный Сэм привык к своему образу жизни. Он с легкостью мог покрошить сотню-другую фриков, без проблем уложить взорвавшегося босса, одной левой спасти очередную планету. Но была одна вещь, к которой безбашенный Сэм так и не смог привыкнуть. Едва заслышав знакомый, продирающий до мозга костей крик, он чувствовал, как по спине бегут мурашки, а ладони начинают потеть.
Это была встреча с бегущими камикадзе, толпой неистово кричащих самоубийц. Они неслись на полной скорости, с намерением взорвать свою голову-бомбу рядом с Сэмом. Ему всей душой хотелось просто закрыть уши руками, чтобы не слышать этот кошмарный звук. Но нельзя ни убежать, ни спрятаться. Только стрелять. Толпа орущих камикадзе стремительно прибежала на 9-ю строчку списка самых пугающих моментов. Проклял все на свете, когда попал в эту забытую богом сгоревшую больницу. Обугленные стены напоминали о страшном пожаре, забравшем не один десяток жизней. Решетки на палатах говорили о том, что с пациентами здесь обращались как с заключенными. Призраки-надзирателей до сих пор осматривали переделанные в камеры палаты. Не дай бог попасть им на глаза. Вдруг резкий стук откуда-то сверху. Чердак. Странно, никого. Кто же стучал? О, Господи, это призрак маленькой девочки. Волосы встают дыбом от мистического голоса и загадочной тени на стене. Вор молился, чтобы это был сон. Так страшно ему, немало повидавшему на своем веку, еще никогда не было. Девочка просила его о помощи, но единственным желанием незадачливого посетителя было отказаться от намерения обследовать здание и как можно быстрее покинуть проклятое место. Дух девочки, напугавший до полусмерти вора, помог оказаться этой чердачной истории на 8-й строчке нашего пугающего хит-парада. Дадим вам пару минут, чтобы передохнуть. После рекламы мы продолжим вас пугать. Это страшно интересная десятка самых пугающих моментов виртуального мира. Не переключайтесь. В виртуальном мире слабым не место. Только люди с крепкими нервами могут перенести все, что он в себе таит. Здесь нет ни минуты покоя. Каждую секунду возникает новая угроза. Один миг может изменить многое. Это хит-парад самых пугающих моментов виртуального мира. Его зовут Итан Томас. До сумасшествия ему не хватило всего пары стаканов спиртного. И неудивительно, с его работой в секретном отделе полиции по серийным убийцам крови можно было насмотреться выше крыши. Город, в котором он жил, буквально кишел всевозможными маньяками, совершившими тягчайшие убийства. Поэтому Итан уже не мог отличить реальные ужасы от тех, что жили в его голове. И вот однажды, накачиваясь спиртным в одном грязном баре и ловя навязчивые галлюцинации, он столкнулся с одним незнакомцем. В капюшоне пихнул его локтем. Итан оглянулся и увидел жуткого оборотня. Он ухмылялся разорванным ртом, да еще и отправил полицейскому наглый воздушный поцелуй, за что и поплатился разбитой физиономией. Столкновение с отвратительным оборотнем из «Кондем 2 Бладшот». Мы присуждаем 7-е место. Седьмого
августа 2020 года американские военные получили сигнал СОС от группы ученых с острова в Желтом море. Из обрывочных сообщений удалось понять, что там находилось что-то зловещее, способное уничтожить все живое на Земле. В кратчайшие сроки на место вылетел элитный спецотряд. Бойцы сил «Дельта» под покровом ночи совершили десант на остров. Им предстояло проникнуть на место отправки сигнала и выяснить его причину. Но не успели солдаты сгруппироваться, как один из них, «Ацтек», внезапно сообщил о том, что его окружили враги. Кто-то или что-то еще. Подоспевшие на место Намат и Джестер обнаружили поляну с лужей крови, а над ней обезображенное тело Ацтека. Он висел, запутавшись в стропах парашюта. Такое не могло быть делом рук живого человека. И это повергало в ужас. Взводу предстояла очень страшная и опасная миссия. Леденящему кровь обнаружению убитого спецназовца из «Крайзис» мы отводим 6-е место. Рейвенхолл – заброшенный шахтерский городок. Раньше он был населен рабочим людом, а теперь в нем остались только гадкие кэт-крабы, зомби всех мастей и одинокий священник, пытающийся сдержать всю эту мерзость. Стоило попасть в эти края, как сердце съеживалось от вида пустынных улиц и ветхих домов с черными глазницами окон. Достаточно было сделать пару шагов, чтобы привлечь внимание обитавшей там нечисти. Со всех сторон на несчастного посетителя начинали сползаться двуногие твари, плотоядно рыча и протягивая безобразные лапы. И в этот совсем не прекрасный момент сумерки разрывал душераздирающий крик зомби быстрого хэдкраба. Со звонким ревом этот полускелет прыгал на свою жертву и начинал кромсать ее своими ужасными когтями. Появление быстрых зомби в городе Рейвенхолл из Half-Life 2 сегодня занимает 5-ю строчку нашего черного хит-парада. Однажды с космического корабля «Ишимура», огромной станции по добыче внеземных полезных ископаемых, поступил сигнал о серьезных неполадках на борту. На корабль был отправлен системный инженер Айзек Кларк с коллегами. По прибытии команда обнаружила, что судно полностью опустошено, а его помещения и коридоры населили инопланетные существа, очень опасные для человека. Вскоре Кларк в этом убедился, оставшись без сослуживцев. Один
до смерти напуганный и вооруженный только небольшим лазерным резаком руды. Он пытался связаться с землей в рубке управления. Но внезапно сработала охранная сигнализация. Окна и двери оказались заблокированы. Рубку тотчас окружили кровожадные твари. Айзек стал добычей. Чувство загнанности и приближающейся гибели инженера из Dead Space сегодня на 4-м месте ужасного рейтинга. Переживете ли вы тройку самых пугающих моментов виртуального мира, увидим после рекламы. Это страшно интересная десятка самых пугающих моментов виртуального мира. Не переключайтесь. Прямо сейчас мы покажем вам три самых пугающих мгновения из компьютерной реальности. Вряд ли полицейский инспектор Карло Валенти согласилась бы побеседовать с маньяком в сумасшедшем доме, если бы знала, чем закончится ее поход в этот приют свихнувшихся подонков. Повсеместное использование электрических нагревателей и привело к обесточиванию лечебницы, в которой, к своему несчастью, очутилась Карла. Внезапно все двери камер автоматически открылись, и на воле оказалась добрая сотня маниакально настроенных негодяев. Животный страх охватил все тело блюстительницы порядка. То тут, то там мерещились фигуры в тюремных робах. Впервые в своей жизни Карла почувствовала дыхание смерти так близко. Случай в психиатрической лечебнице сегодня на третьей строчке самых пугающих моментов виртуальной реальности. Древние расы напрасно предупреждали человечество не повторять их ошибки. Упрямые люди, не послушаясь мудрых инопланетян, и начали исследования на Марсе с целью найти портал в потусторонний мир. Это открытие обернулось для исследователей страшной трагедией. Мир, вход в который они нашли под поверхностью Марса, оказался адом. Тотчас через этот сверхпортал на марсианскую станцию стали проникать демоны преисподней. Вооруженные огромными когтями, зубами, адскими пушками, а то и вовсе бестелесные, они за считанные часы уничтожили всю охрану лаборатории, а остальных превратили в зомби, жаждущих крови. Каждое появление жуткого создания сопровождалось его ревом и страшным шипением портала. Выжить в этом адском месиве было практически нереально. Беснующаяся нежить из гиены огня материализовалась прямо из воздуха и отправилась убивать. Вторжение потусторонних демонов из Doom 3 располагается на почетном 2-м месте сегодняшнего рейтинга. Какой же момент напугает нас больше всего? Какая же виртуальная минута призвана довести нас до истерики? Узнаем это после того, как вновь испытаем на себе предыдущие 9 страшных попыток сделать нас заиками.
открывает сегодняшнюю десятку встреча с призраком священника Мальтеуса из Джерико. На девятую позицию хит-парада выскочил Камикадзе из Serious Sam. На восьмой строчке из ниоткуда появился призрак маленькой девочки с портрета из Сиф 3. Седьмое место отдано столкновению с отвратительными представителями темной стороны американского мегаполиса из Condemned 2 Bloodshot. На шестой ступеньке обнаружились растерзанные чем-то неизвестным тела американского спецназовца и корейских солдат из Crysis. В середину нашего пугающего состязания запрыгнул зомби быстрого хэдкраба. Существо крайне отвратительное и опасное. Четвертое место располагается на далекой станции по добыче космической руды, где простой ремонтник оказался окружен инопланетными тварями. Бронзовая медаль в искусстве пугать людей присуждается мучением Карлы Валенти из «Фаренгейт», полицейской, случайно оказавшейся в психушке, охваченной холодом и ужасом. Вице-чемпионский титул по напуску страха отходит атаке сил ада на марсианскую исследовательскую станцию из «Дум-3». А теперь запаситесь волокордином, потому что мы подошли к самому пугающему моменту по ту сторону экрана. Лаборатория корпорации Armacom Technology в городе Остин была пугающим местом. 25-летние телепатические исследования оставили нестираемый паранормальный отпечаток на ее мрачной территории. Непонятно откуда появляющиеся тени и силуэты, черными мухами разлетающиеся при приближении, ввергали в паническое состояние. Отдаленные голоса и неизвестные радиопомехи рождали желание немедленно убежать оттуда от греха подальше. Но действительно дикий ужас охватывал в те моменты, когда маленькая девочка Альма, объект и жертва жестоких исследований Armacom Technology, проникала в сознание и переносила несчастного в свой потусторонний мир. Замкнутый коридор, пылающие стены, потоки багровой жидкости и кровавые следы, демонический хор пронзительных криков и, главное, силуэт маленькой девочки с бледным лицом и черными волосами. Немного свидетелей этого кошмарного зрелища выжило, но у выживших счастливчиков серьезно пострадала психика. Неожиданное появление маленькой Альмы Фир стало настоящим хитом мира кошмаров. И оно получает первенство среди самых пугающих моментов виртуального мира. Вы прожили 10 самых пугающих мгновений компьютерной реальности. Все они были направлены на то, чтобы седых волос у вас прибавилось. Нам неизвестно, что после этого стало с вашим сердцем, но если оно будет продолжать ритмично биться, то в следующих выпусках программы «Страшно и интересно» вы сможете познакомиться с новыми темными измерениями виртуального мира.